Всем доброе утро! И это рассвет в Дубае. Сегодня 24 октября 2014 года. Мы находимся на 23 этаже отеля Хаптур Гранд Резорт энд Спа. Вот здесь видите зонтики, это зона для завтрака. Скоро придут гости и будут там кушать. А вот там у нас бассейн на третьем этаже, называется Horizon. В переводе как «горизонт». И мы сейчас находимся в одной башне, а вот напротив другая башня. Их всего две башни в этом отеле. И вот такая прекрасная резорт-эрия с бассейном, детской зоной. У нас есть 4 корта, вот 2, и там дальше еще 2. Пляж, ночной клуб, рестораны. Есть итальянский ресторан, рыбный ресторан, ливанский ресторан и... Много-много всего интересного. Вот такая прекрасная у нас зона с бассейном, с горками. Вот. А здесь проходят работы по приближению пляжной полосы, чтобы люди, как вы видите, далеко не ходили от зонтиков к морю. Так как пляжи здесь не приватизированы, а государственные, приходится выкручиваться. Вот. А перед нами сейчас пальма. Знаменитые насыпные рукотворные острова. Вот там Атлантис посередине виднеется, это отель шикарный, знаменитый своими подводными пещерами и подводными номерами. Внизу Skydive Dubai, это территория для тренировки парашютистов. Вот они сейчас бегают с парашютами, тренируются к приземлению. И потом они позже идут наслаждаться, вот взлетная полоса для самолетов. Взлетают, и потом они уже получают удовольствие от своего прыжка. Также перед нами Персидский залив, очень много приватных яхточек. И вот там виднеется справа Бурдж Аль-Араб, это знаменитый 7-звездочный отель в виде паруса. Ну, а мы сейчас начинаем завтрак. С вами я, hello. Мы начинаем завтрак для клубных гостей на 23 этаже в президентском номере отеля Хаптур Гранд. Это Club Lounge. Я желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения. Пока!